Здравствуйте, ребят! Сегодня я покажу очень быструю прическу на детские волосы. Берем маленькую силиконовую резиночку. Плотненько. Вот такие два шкодных хвостика получаются. Несмотря на то, что Ева у нас в светлом платье, мы решили использовать вот такие черные ленты. Сыграть на контрасте. Завязали плотненько. Теперь делим волосы напополам. И две пряди ленты опускаем между прядями волос. Считаем две пряди волос. И третья прядь, как будто третья прядь, это лента. И заплетаем косичку из трех прядей. Обычную. Не тугую. Здравствуйте, у нас уже брат вырос, его мы называли Тёма, а нашу девочку мы назвали Ангелина. Так, смотрите, воспитатели, вот ее пижама. Достаю пряди с одной стороны только, по краешку, с одной стороны, и скручиваю произвольный пучок. Хвостик прячу под низ. И с помощью невидимочек, обязательно невидимочек только, фиксируем. Захватываем кусочек косички. И затем вот так, хоп. Это весь мир заколдовался в это. Я сейчас колдую. У меня есть снег в руках. Видишь, если я вот так сделаю руку, теперь появился снежок в руках. Ты же принцесса цветов. Я и принцесса цветов, но я могу превращаться в Эльзу. Эй, ты делаешь не корзинку. Мамочка, ты потом корзинку сделаешь? Ну, если ты захочешь. Хочу. Конечно, хочу. Конечно, хочу, мам. Я хочу целых 10 причесок. С удовольствием. Скажу, когда хватит причесок. Тогда и хватит, да? Ага. Надо прижать этот пучочек. Сделать чуть меньше. А тут чуть больше. Если вам понравилась прическа Евы, то ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока!